Дети до 7 лет имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, но только без предоставления отдельного места. То есть на коленках у взрослого или в коляске бесплатно, а на пассажирском кресле на общих основаниях. При необходимости взрослые должны подтвердить возраст ребенка, предоставив кондуктору свидетельство о рождении малыша. Если родитель перевозит ребенка и у родителя имеется на руках паспорт, в графе «дети» стоит есть запись данного ребенка и дата его рождения, что косвенно является подтверждением возраста ребенка. Но основным документом является свидетельство о рождении ребенка. Детям школьного возраста можно приобрести проездной билет. Чтобы он считался действительным, у ребенка с собой всегда должна быть справка из учебного заведения. Сегодня в Перми действуют электронные проездные, которые дают право на 90 поездок в месяц. Срок их действия – 3 года, но пополнять такой проездной нужно ежемесячно. Если родители забудут это сделать, с ребенка могут потребовать оплаты проезда. В случае невозможности проверить легитимность данного проездного билета, кондуктор не вправе требовать. Но если работает система и он не считывается или подает, что он не пополнен или поездки сдержаны, кондуктор вправе требовать оплату. Высаживать детей из общественного транспорта в Перми запрещено только в зимнее время года, в темное время суток и в безлюдных местах. Днем в центре города за безбилетный проезд могут предложить прогуляться пешком в любом возрасте.